Привитос, амигос, снова вы, снова я, и наконец-то навьё вышло хоть какое-то в этом августе, который вообще на игры уныл и беден, как все это лето. Беден просто как наш рубль по отношению к доллару. Игра, которая называется «Зомби», просто «Зомби». Игр про зомби уже настолько дохрена вышло, что уже кончились названия, и тут, кто бы вы думали, Ubisoft вспомнил, что названия просто «Зомби» еще вроде как не было, и выпустили игру. А в описании написано, что игра поднимет жанр хоррор на новый уровень. Ну, поглядим, поглядим. Я поэтому специально вебочку-то и включил, что если кирпич где-нибудь вывалится, чтобы засвидетельствовать, покрутить, сказать, что да, Ubisoft сделала вот такой годнейший хоррор. Странно вообще, что игра не называется Assassin's Creed Zombie. Вот это было бы круто. Так, компания, что тут? Обычная игра, игра на выживание. В игре на выживание у вас роль единственного выжившего. Если он погибнет, игра закончится. В режиме нормальной игры вы становитесь... Сейчас, звук настрою. Вы становитесь новым выжившим после гибели предыдущего персонажа. Чё-то нихера не понял. Какая разница? То есть тут ты умираешь, игра заканчивается, тут ты умираешь, тебе дают нового. Ну да, обычную игру. Трус для новичков. Нормальный. Ну, блин. Я бы взял сложность трус, но, блядь, стыдно в камеру смотреть. Если в шутаны играть на такой сложности. А, классный перевод здесь. И текст, и звук. Мы видим вот яркий пример перевода текста на экране. Ой, алхимия какая. Богатства обрушит новую чуму на человека. Смертная пелена покроет землю. И не готовы окажутся в ее власти. Ибо Бог не простит тех, кто не внимал ему. Грядет конец, когда черные ангелы уничтожат мир, предавший Создателя. Творение начнется заново. Зажигалка подвела, блин, сука, тварь. Короче, текст максимально непонятен. О, вот и геймплей начался. Полигонов пожалели, как сказал бы. Ой, ёптвою мить. Все, надо валить, походу. У меня стрелять нечем. У меня есть две ладошки, которыми я могу толкаться. Примерно та же ситуация сейчас в Dying Light, которую я прохожу. О, боже. Сука. Так, тут нельзя как в постеле ширинку расстегнуть и обоссать этих недоумков. Графика, знаете, времен таких... Killing Floor, короче, помните, да, такая закоска под левку, только дешевая и для тупых. Вот, а, по-моему, вторую часть делают или сделали. Вот, очень на Killing Floor похожи эти зомби, а там зомби это просто, я не знаю, сперматозоиды, победившие аборт, хер его поймешь, такие ходят, знаете, просто, я не знаю, как... манекены такие ожившие. Обыскать пусто. Кто это говорит, осталось совсем чуть-чуть. О, дальний свет есть, ни хрена себе. А, вот дальний. Круто. Очень-очень тихо в динамик дают какие-то советы, что надо экономить батарейки. Надо попытаться настроить звук, потому что вы его иначе не услышите, да? Я не буду ж каждый выстрел звук убирать, блин. Настройки звука... Это что за херня вообще? Это настройки звук такие? Какой нахер телевизор? Сам ты, блядь, телевизор. Внешняя динамика телевизора. Короче, я бодал. Если у игры разработчику лень даже настройки звука гибкие сделать, да, чтобы выстрелы потише и речь погромче, то... Я не знаю, может это какой-то китайский Ubisoft? Может там где-то... Где-то они что-то украли? А... Нету присесть в этой игре, нету приседания ни на C, ни на Ctrl, ни на Z, ни на X, нет. О, блядь, бежим нахуй! Как орут-то громко, сука! Блядь, открывайся! Я прошел игру. Могуч, могуч. Приобретайте футболки с автографами, мать его. 2 минуты, все пройдено. Я просто не понял, это что за пролог такой вообще нелепый? Пошел ты в жопу. Мы уже встретились.
нормальный стал. Не верь, но я давно знал, что все случится именно. А чё всё такое зелёное-то, ё-моё? Моё детище. Назвал его планшет жизни. Там тебе и радар, и рация. Так что я за тобой пригляжу. И телефон нескольких шлюх. Но сначала свет. В сортире есть генератор. Видишь зелёный огонёк на радаре? Вот это... Теперь ты видишь, что делаешь. Возвращайся и посмотри на мониторы. Я и так прекрасно видел, что я делаю. У меня был фонарь. Нехреновый фонарь. 6000 люмен. Видишь? Нет. Последний мой подопечный. Вышел без планшета. И что в итоге? И вот еще. Мор. Мешок оперативного реагирования, типа. Полезная штука. Какой нахрен мор? Дай мне пистолет просто. Чё-то я не понял, а пропуск где? Какая-то странная игра. И в плане управления, и в плане вообще, это похоже на DLC-шку для метро Last Light, где надо было сверху приносить... О, нужен молоток. Где надо было сверху приносить всякие штуки торговца. Помнишь, там велосипедик притащить, еще что-то принести, короче. Вот что-то типа этого и в этой игре, походу. И чё? И как мне туда попасть? А, там дверь. Здесь вообще надо только на карту смотреть, что ли? А, ну так она закрыта, ёпты. Мы, походу, играем чуваком из игры Manhunt. Кэшем. Или Эшем, как его там звали-то. Короче, я нихера не понимаю, где мне взять карту. Найдите предыдущего выжившего. Бля, где его найду-то, мудак? А, я все понял. Он же где-то там залезть пытается. Охереть. В игре даже нету кнопки прыжка. Прыгать приходится. Пора испытать твой новый радар. На кнопку действия. Не привередничай. Бери уже биту. Считай это негласным договором всех выживших. Если тебя укусят, ты же не будешь против такой помощи. Начало положено. Противно, но необходимо. А теперь загляни в мор. Там вроде должны быть пистолеты и патроны. Как вам... никуда. Как вообще можно битой для крикета кому-то голову оторвать? Она ж... Ну, хрену... Она це, он что делает? О, нифига, у него очки. Ночного видения какие-то, блядь. Или что это такое? Вещь, вещь. Короче, понятно. Очередная вариация на тему сканер... Или волшебное зрение. Так, ей это... Подождите, а как... Как рюкзак? 20 часов сна, и твой котелок перестанет варить. Не забывай про сон. Котелок что перестанет варить. Хочешь выжить? Соблюдай здесь чистоту. Чё-то не врубаюсь, как взять пистолет. Вот, потратил немножко времени на то, чтобы поставить... расставить ячейки быстрого доступа, короче. Вот, в принципе, интуитивно понятный инвентарь, но в бою как бы здесь переключаться в бою заходить в рюкзак очень сложно, потому что вот он каждый раз его вот снимает, у тебя открывается, и это вот нихера не пауза на самом деле. Они подключены к камерам ВТС по всему Лондону. Это в супермаркете рядом с тобой. Но глаз много не бывает. Есть еще камеры. Я научу тебя их перехватывать. Обосрались они мне 300 лет. Я думаю, ВТС надежный, раз подключены к штабу полиции. Но это не так. Я служил в связи. Могу тебе много рассказать об их системе безопасности. В ходячих мертвецах они вон 5-й сезон живут без всяких камер. Камеры сами не починятся. Пора высунуть нос из норы и пройтись по магазинам.
Хорошо, я понял. Здесь в заставке загорелась надпись, типа, сколько ты сможешь продержаться или прожить. Походу, какой-то единой цели у игры нету, кроме как выживать. Без пропуска ты не выйдешь. Должна же на станции быть хоть одна. Включи сканер планшета, осмотри область. На периметре пока проблем нет. Пока. Включи планшет и поищи вокруг что-нибудь ценное. И не смотри дареному коню в зубы. Хорошо, не буду. О, два патрона. Или что? Как забрать-то? А, все. Понятно. Он точно мертв? Теперь точно. Пусто. На всякий пожарный. Газеты. Ну, газеты в постапокалипсис — это очень ценный товар, потому что туалетная бумага кончается быстро, да, потому что все срутся от страха буквально, когда наступает такая жопа. И газеточку прочитал, помял, и все. Поэтому очень ходовая тема, он правильно сделал, что газету поднял. А что это? Это пулемет? Че, серьезно? Такой причем не херовый пулеметчище-то. О. Черт, у тебя гости. Гляди на радар. И на какой радар? И где гости? Ого. Никого нету дома, скажи, пусть потом зайдут. Крысы как-то шумно лапками. Хотел и под юбку заглянуть, а потом посмотрел, что ей лет 80. Вообще, конечно, все в каком-то дыму, все какое-то зеленое здесь, что-то, не знаю. Могли бы как-то и получше сделать, честное слово. Что-то они как-то совсем не постарались. Да ладно. Кто уж я такой, чтобы учить могучий Ubisoft? Кто это? А, тут нету стекла. Тут ты, блядь. В этой графике сразу не просышь. Чувак, еще один такой косой удар, и я к твоей маме зайду. Герой еще и ржет при этом. Странный типок, походу, поехавший уже. О, как он жопу подставил. Ай, посраки. Чё ж герой не смеется-то? По-моему, вот это смешнее было. Комод. Нихера тут нету, понятно. Может, тут дробовик где-нибудь в шкафу спрятанный. Да. Гардероб это называется, причем шкафчик-то. Не бьющиеся телевизоры. Я знал, что когда-нибудь их изобретут, но не думал, что так скоро. Так, чё тут на карте-то? А, в соседнюю комнатку надо. Ведь никого. Смотри-ка, нормалёк. А вот и пропуск. Забираем. Чё? Как, блядь? Тут пизна какая-то. С управлением. О, нифига, доски. Доски — это ресурс вообще, блин, знатный. Можно зиккурат скоро построить, если еще и золото найдем. Так. Убрать преграду. Нужен молоток. Да ёб твою медь. Чё-то, по-моему, тут кто-то... дышит, что ли? Это убежище — мое детище. Я когда-то водил дружбу с типами. Звали себя Ворон и Ди. Помогал им укреплять места вроде этого. Мы-то знали, что нас ждет.
Сектанты, откуда вы знали-то? О, вон Ворон Ди висит, походу, один. Пиньята, пиньята! Жрать тут надо, интересно? Ух, вот это что-то стрёмно. Я лучше как-нибудь спрыгивать-то не буду, как-нибудь обойду ножками-ножками. Чё, когда уже жесткий сервайвинг-то начнется? Это, я так понимаю, еще обучение идет, да? Бокингем. Бонд-стрит. А, это, кстати, Лондон, да. По-моему. Французский разработчик обрушил зомби-чуму на виртуальный Лондон. Видимо... Джон Ди предсказал и чуму, и великий лондонский пожар, который ее остановил. Он видел, что творила чума. Даже искал лекарства. Панацею. Лондонский пожар. Все это сказки. Ты же понимаешь, что лекарства нет. Видимо, Ubisoft посчитал, что если бы чума была в Париже, это было бы не так интересно людям. Сканируй дверь планшетом, и я ее открою. Что за идиотизм? Объясняю. Это я все запер. За безопасности. Все, ну, можешь входить и выходить. Ну это полный отстой, что надо что-то сканировать еще. Я против каких-либо сканеров в играх, потому что это уныло. О, сканируй каждый распределительный блок. Чтобы я их взламывал и включал камерой. Да нахрен иди со своими камерами. Он с этим сканером не ходит. Какая-то бешеная баба там орёт. Вы как подпрыгнул, а? Пусто, вот нищеброд. То есть суть замеса — это ходить искать сканером блоки, что ли, распределительные? О, кто-то оставил здесь баночку колы, как это мило. Одно неверное движение — это труп, гласила эта игра. Я уже столько неверных движений сделал. И хоть бы хрен. О, чувак, это твой блок? Нет? Хорошо. Карта обновилась. Без хорошей карты тебе тут сразу конец. Да. Мощь. Геймплей просто жжет. Я думаю, не пойти ли мне не поубивать нахрен пару зомби, так, для развлекушечки. Световые гранаты могут пригодиться. Яркий свет их отвлекает. Да? Крутость какая. Я думал, слепо ослепил зомбака, напал на него. И что, тут ничего нету, что ли? Вот же, ключи от машины, допустим, сотик. Чё? Дверь открыта. Как этот сканер определяет, что тут? А, тот чувак все закрыл, да? Точно. Делать-то нехрен, замуровался, тут сидит. Да. Что-то пока тут не блещет игра ни геймплеем, ничем. Эй, мудила. Герой даже, сука, подойдя сзади, не смог его убить. О, поковыряемся у него в яйцах, судя по этой позе. Он ему так заглянул в ширинку и нашел там 4 патрона. Ни хрена себе. Интересное хранение. А какая у меня сейчас цель? Куда идти? Вот поярче, вот понеярче, да.
Да, достаньте свою херню. Тут рядом люк. Это самый быстрый путь в убежище. Порой отступление — лучшая стратегия. От кого отступать-то? Ага, необходим магнитный пропуск, у меня его нет. Требуется отмычка. О-о. Нифига тут обучение, видать, затянуто. Отлично, боец. Открытие такое в стиле под рюкой кнопку действия прям. И чего? Убежище. А, и карты быстрого перехода. Вот в чем разница между режимами игры. В том, что если вы сдохнете в обычном режиме, видимо, у вас карта быстрого перехода сохранится. А если в режиме реального реализма, вы сдохнете и все. Только по новой, видимо, шпрехен. Ну, в убежище-то мне ничего не угрожает, наверное. Так, во, открылась же дверь. Знаешь, что это? Пройти коротким путем? Так а что делать-то надо? Зачем смотреть на камеры какие-то? Ни хера не понимаю. Так, он сказал, что надо спать регулярно. Ну давай. А жрать регулярно не надо? Где тут шкала голода? Я помню, играл в последнего сталкера с модами. Там что-то там несколько раз в день надо строго пожрать. Столько-то воды выпить было, по-моему. Что-то намудрили там. Вот, давай пирожное. Как его сожрать-то? Ну, давай на четверку. Я жму на четверку и ни хрена не происходит. Видимо, это пополняет здоровье, а не восстанавливает как бы какую-то там энергию или еще чего. Да, и еще один переход. Вот круто. Найти два блока камер. Надо еще один блок камер, да? А это что? О, газета же, ты чё? Так, хорошо. Где еще блок камер? Пойду толпу ушатаю. Чё-то скучно. Сарвайвинг здесь, конечно, из пальца высосан, я так понимаю. Их же свет привлекает, но так что они не идут? Кровожадная орда тебя уже не пугает? Ну, жизнь твоя. Да пошла твоя кровожадная орда в манду. Эй, ублюдок, подойди-ка. Сколько у меня там патронов-то хоть? Пистолет с четырьмя патронами? Это что такое за пистолет вообще? А ну-ка, пидоры. Орда. Я вашу орду шатал. Сука, всех по очереди. Отходим, отходим. Перегруппировываемся. Ай, блядь, taking fire, I need assistance, мать его. О, регулировщик дорожный. Отправляйся, сука, в ад. А ты что? Пораскинул своей черепной коробкой, чувачок. Раздвинь-ка ножки, дорогая, я буду тебя обыскивать. Ни хрена, посмотрим, что у этого в заднице. Тоже ни хера, сука, оштрафован ударом по яйца. Так, где еще один упырь? А может их надо сканером сначала пройтись? Ну-ка посмотрим, посмотрим. Чем-то карта обновляется. Да. Пусто, пусто, пусто. Да, действительно, это новый уровень сурвайвинга. Это абсолютное днище сурвайвинга, блин. То есть такого низкого уровня сурвайвинг еще не видел. Пришел Ubisoft и сделал. Что это там?
Еще один блок камер. Ой, как интересно ходить искать блоки с камерами. Ё-твою. Нет бы, я думал, сурвайвинг — это когда ты еду ищешь, патроны. Но оказывается, блок камер тоже в почете, да? В приоритете поисков. Хоть в одном мусорном баке чем-нибудь здесь вообще найти можно? Почему они все пустые? Зачем их дают обыскивать тогда? Там нет ничего. А, так я отсюда пришел. Это не блок камер. Это какая-то... какая-то хрень, которая торчит из дома зачем-то. Хорошо, я вижу по карте, что... Ой, ага, это уже задействованный блок камер. Где-то еще один, значит. Всю эту кучу говна надо оббежать. Прыжок, я так понимаю, здесь специально не дали, чтобы зомби могли тебя догнать. Угу. В каждую дверь входить, конечно же, нельзя. Мне сюда не пройти? А, сюда можно пройти. Ух ты, блядь. Ясно. Триангулирую. Ищи в супермаркете. Нашел время триангулировать. О, у нее бронежилет одет. Наверное, поэтому она пережила ряд ударов в голову. Так, триангулирую. Че он там натриангулировал? Триангулятором своим. Триангулятор триангулировал, да не вытриангулировал. Пользуйся радаром, не ленись. Хочешь знать, что за дрянь рыщет вокруг? Сканируй местность. Да пошел ты нахер со своим радаром вместе. Ничего тупее, чем радары, бля, в жизни не видел. О, сигнальный огонь, нифига себе. Так, бомж раз, бомж два. Этот спит, походу. Три, четыре. О, что это такое? Трофей какой-то. Так, сейчас, господа, подождите, я вас чем-нибудь отвлеку. Сегодня будут фокусы с огнем. Пожалуй, да как его метнуть-то? О, ништяк. Этот ёб с нога туда, походу, в жизни не доползет, да? Да пошел ты, блядь, а как я спрыгивать должен был? Лошьё. Да. Еще сигнальный огонь. Ага, и теперь надо войти в какой-то... Да, Миш, кто-то что-то напевает, я слышу. Да, да, останьте свою... Бля. Черт, он подключен к сигналке. А ну внутрь, пока не набежали чумные со всей округи. Внутрь чего, ебанат, блядь? Чё ж ты, сука, не уточняешь-то? Похоже, бедолаги примчались на сигнал тревоги. Ну, теперь у них проблемы посерьезнее. У кого у них проблемы? Тут кроме меня, блядь, ни у кого проблем, по-моему, нет никаких. Чем рюкзак полон, блядь? Сникерсами? Выпил. Отлично. Шоколад. Обалдеть. Вот сука. Сканер что-то этого не видит. Наверное, потому... это, наверное, как хищник. Он видит теплокровных только. Блять, я жму прикончить, ёбаный ты, блять, ебаклак. Что ж ты его, блять, не приканчиваешь-то?
Да, приканчиватель левел 80, блять, выкинул зачем-то, нахуй ты его выкинул. Ты должен использовать, сука. А, жизни не восстановились. Наверное, жизни сон только восстанавливает. Блять. Я смотрю тень, думаю, а чё это? От чего это тень? А это вот от чего тень. Какая-то дура тут решила повеситься, блять. Блять. Пришлось выкинуть сигнальный огонь, потому что ложить некуда. Заграждение, чтобы. Ищи молоток. Без него часть двери не открыть. Блять, давай рюкзак сначала найдем побольше. Что-то в этот нихера не влезает. О, вот что надо использовать. А если я ствол перезаряжу, патроны пропадут? Нихера не понимаю, вот эти обозначения, блядь. Было две пули нарисованы, теперь две каких-то мандулы. Это что, две обоймы, значит, что ли? Ну, отсюда патроны-то пропали. Да, хер поймешь, сколько у тебя пуль. Может, здесь реализован принцип, что при перезарядке ты теряешь полностью обойму? Это было бы круто, конечно. А пока будешь там грать, все, что не привинчено, твое. Тут не привинчено, только туши коровьи, которые мне, походу, нахрен не нужны. Похоже на универмаг из Fallout. Живой? Трофей нет, животное. Там кого-то тошнит, что ли, что за звуки? О, медвежонок. Эй, уй, блядь, ни хрена. Даже медведя не ударить. О, мыши. Видимо, их можно жрать, они помечены как враждебные. Надо напасть, пока она потеряла равновесие. Да, у главного героя удар отнюдь не бейсболиста, блядь. Наконец-то. Почему-то босая баба была. Шоколадкович. Так, что? Что мы тут ищем-то? Блок камер. О, пивасик, походу. Животное. Тут вообще какой-то... Раздвинь-ка ножки, ёптать. А, вот животное, видимо. Интересно, эта дубина не сломается, чем там через пару ударов? О, гремлины, что ли? Че вот это все? Он тут что-то понаходил, но мне туда не пройти. Это понятно. Там дубина какая-то, бейсбольная бита, что ли, стоит. О. Че это такое-то? Улучшение разброса какое-то. Ну, апгрейд, видимо, для пушки. Сколько все ценного здесь, ты посмотри. Пусто, блин. Извините. Че стучишься, блядь? Закрыто же, видишь, блин, а? О! Опять рюкзак переполнен, да задолбал он.
Это что? Горчица какая-то или паста зубная, хер поймешь. Кто-то орет и очень недалеко, кстати, орет. Ладно, в жопу тут ничего нету, понятно. Воу. Когда найдешь щит, подключи к нему планшет и включи камеры. Давай лучше к нему фонарик подключу, зарядить надо. Садится, гад. Так можно с зомбаком перепутать спящего бомжа и смокрушничать ненароком. Но. Ладно, камеры снова работают. Когда сканируешь рассвет блоки, я взламываю их и подправляю карту. Взгляни на планшет. Каким хуем я в него взгляну-то? Взглянуть на планшет нам поможет управление, походу. Левша, правша, блять, какая нахуй разница? Настройки управления, левша, правша, вы, бля, врубаетесь вообще? Ой, бля. Умный прицел какой-то, блядь. Чувствительность. Нету управления. Негде кнопки как бы даже посмотреть. А, управление, управление. Просмотр управления. О. Фонарик, толчок. Прицелиться, побочные действия, перезарядить, пауза. Осмотреться, использовать сканер. Быстро повернуться. Побочное действие. Перезарядить, смотреть радар, смена оружия. Я не вижу никакого планшета. Я, наверное, в глаза ебусь, но планшета нет. Может, сканер? А радар, наверное, на Т. Да, хуидар, блядь. Здравствуйте. Вы что-то потеряли? Еще кто-нибудь, ублюдки? Как в планшет-то, блядь, заглядывать, натуре? Че за нахуй? А может он здесь? Мое руководство, правила выживания. Тише едешь, дальше... Дальше что? Тише едешь, дальше срёшь, что ли? Херня какая-то. Мой блокнот, газеты. О. Мои навыки. Моя карта. Мои навыки, мои данные. Мои задания. Вернуться в комнату отдыха в убежище. Понятно. Это он вот это планшетом, то есть, назвал. Я себе iPad почему-то представил. О! Он ушел! Хорош! Теперь пробирайся к тому лазу, что я показывал. Доберись обратно целиком, ладно? Какому нахуй лазу? Ты чё, совсем дурак? Обратный путь, видимо, не будет так прост. Чё у меня в рюкзаке-то хоть? О, нету места, жопу. Оставлю для патронов. Фу, я думал... О! Это сволочи мертвого поднимет. А у меня вот что есть. Убирайся оттуда! Извините. Пардонте. А куда идти-то, ёпте? Уху! Твою мать. Еще один круг, что ли?
одинокая тварь. А зомби без башки она подымет? А орда зомби редеет просто по часам. Что не секунда, то орда зомби, короче. В смысле, то зомбак покидает орду и уходит на вольные хлеба, блядь. Бьют они ужасно косо, то есть назад шаг делаешь, они уже промахиваются. Этот вообще, блядь, ДЦПшник. И то промазал. Он что, он трахает забор или мне кажется? Да. Вот и вся орда зомби. Может, это дело в сложности, но сложность вообще-то там не писали, что зомби от сложности сильнее или слабее становится. Писали, что у тебя только одна попытка на сложность, как бы. Этот обыск меня так бесит. Короче, знаете, я думаю, хватит. Я не пойду делать круг почета по этому... круг почета по этому магазину, да, здесь мне не пролезть, потому что прыжка нету. Короче, игра, по-моему, просто действительно вывела сервайвинг на новый уровень, днища, чуть ниже, чем Марианская впадина, потому что под маркой Ubisoft в 2015 году выпускать такой кал, это по... Я короче, что-то не понимаю, наверное, эту игру, я вообще не понимаю. Напишите в комментах, нахера она нужна, зачем ее сделали, что это, что, в чем ее прикол? Напишите, кому нравится, может, такая игра, я не знаю. Ни графики, ни физики, блядь, ни геймплея, ничего нет. Какая-то херня. Просто для сумасшедших фанатов зомби, я уже заметил, что некоторые разработчики давным-давно прохавали тему, что игра, в которой есть зомби, ее съедят в любом виде. Даже если это полное говно, лишь бы там были зомби, и фанаты зомби как бы впишутся, они будут играть во что угодно. Даже если там один зомби на всю игру будет ходить, они то найдут его и будут, блядь, фапать на него. Приговорить, о, какой зомби здесь, блядь, какой сервайвинг, нихера себе, ух ты, блядь. Все, короче, нахрен на это время тратить не хочу. Самый зеленый зомби-хоррор я бы его назвал. Да даже не зомби-хоррор, знаешь, на что похоже, короче? Walking Dead, помните, игра была, где играешь Норманом Ридусом, ну, арбалетчиком? Где оборачиваешься, и зомби за спиной появляются, на звук прибегает. Вот точно такая же хренота. Может быть, только чуть лучше продумано. Где надо со сканером ходить, камеры сканировать, я не знаю. То есть, после того, как я толпу зомби избил вот этой дубиной, интерес к игре я потерял. Потому что это то же самое, что и Dead Island, только Dead Island был повеселее и сетевой. Мы вчетвером его проходили, очень круто было. А здесь ты один ходишь, да, здесь якобы какой-то сервайвинг. Но сервайвинг не в открытом мире, это я не знаю. Короче, мне не нравится, вот что я хочу сказать. Можете написать свое мнение, короче, там ниже в комментах. Так что жмите, пишите и адьё.